Salam uşaqlar, bugün rus dili 4-cü sinif üçündür və növbəti bizim dərsimiz 18-ci dərsdə Как закончила зима? Qış necə bitdi? Yeni sözlərimiz var, uşaqlar onu tərcümə edin. Подснежники – Novruz gülüdür. Taet – ərimək demək. Prokatit – yəni gəzdirmək maşınla, məsələn, motosikletlə də velosipedlə. Şipet – fısıldamaq deməkdir. Carapıca – cırmaqlamaq. Вырываться. Вырываться, яни зорла чхмах, мэсэлэн, бэля дейхта, не дзя дейм сізе, башка дзюр, яни джананы кутармах ма, бах бу шэкэда, вырываться. Сонра парус, елкян демэхти, переворачиваться, переворачивлмэх демэхти. Попутны, попутны, яни эйн истигаметля улан, эйн йолла гэдэм, мэсэлэн, машиннан сөпэт гэдэрдэм. Я да инсаннан. Бурда да ени сөздернан улан, демели джумлелер вар. Подснежники – белые цветочки, которые цветут в начале весны. Новруз гюлі ах гюллерді, язын эвеллерінде тетяхлиир. Как только становится тепло, начинает таять снег. Хава иснен кюми гар аримея башлыир. Прокати меня на мотоцикле, попросила я брата. Кардашымнан мене мотоциклетте гездер дедим. Гусь стал шипеть и побежал за мной. Газ в салдамага башлады вя архамза кашты. Кошки любят царапать все все своими когтями. Тирки пшигляр хэрши джайнахлары или джармахламага хошлуюллар. Птица вырвалась из клетки и улетела высоко. Кошка фэстан чхэп юсэгляра ушту. Когда кот уставал лежать на животе, он переворачивался на бок. Дейр ки, пшик карны уста узалмақтан йорланда, бюр уста чеврилирді. Пару ставят на корабле, чтобы ветер помогал ему плыть быстрее. Гемінің үзеріне елкен койылар, ки күлей оның даха сүрәтлі үзмесіне көмей етсін. Ага, попутным транспортом называют тот, который едет в нужном направлении. Яни дейдейм кими, эйни стагаметті олан, яда эйни йолдан кеден бір нәглиятті. Так. Инде икинзи тапшырық ұшақлар, демәлі бұрда язмышам. Прокатить на мотоцикле, мотоциклі гәзмәй. Подснежники зацвели, новруз гүлі. Так, чечехләді. Ондан сұра тает снег, гар әриер. Парус корабля, кәмінін демәлі елкәні. Ондан сұра попутная машина. Яни сэмтті машин гедэнда она дейлерді папутна, яни эйни йолы гедэнэр. Шипит, змия, илан фсылдыйыр, царапается кошка, пшех цырмахлыйыр, вырывается из рук, яни элінан чхыр, ондан сура переворачивается на бок, яни бюр уста чеврилер. Вэ бурда энді дөрдінзі тапшырғымызда адлығын язмышан весна язды ушақлар. Келін оқуяқ, ондан сұра баша түшерсіңіз, ене я бұй адлығы язмышам. Началась весна, яз келді. Мы хотели идти гулять без пальто, но нам без пальто не разрешили. Пальтозыз гәзінді я чықмақ істейді, ама пальтозы идзаза, демәрі, вермәділер. Пальтозыз дем чықмаға. Тогда мы оба громко заплакали, и нам разрешили идти в весенних пальто. Дерге сора кемезді юсай сәсілі ағладық вә бізе яз пальтоларла гәзмәй ицаза верілді. На улице погода была очень хорошая, солнце светило и снег таял. Чөлді чоқ гөзел бір хавайды, гүнәш парылдыйырды вә қарарыйырды. Вода текла по каналу, су каналы ахырды. Из дома я принес деревянный пароходик и привязал к нему доски, баржи. Евден, демели, тахта пароход кетердин, де она тахталардан баржа багладым. На одну баржу я посадил пластмассового утенка. Дирки бир баржаны пластик ордай баласыны отургуздум. Я хотел прокатить по каналу и кота Усика, но он стал шипеть, царапаться и врываться и не захотел плавать. Мен пши, демели, Усики да канал бою, демели, сүрмей істедім, ама о фысылдамаға, дырмақламаға башлады, үзмей істемірді. А Маша пустила в канал лодку с парусом.
Маша до канала елкенли кайық бұрақты. Эта лодка все время переворачивалась, бұл кайықты естес чеврилерді. Ведь, наверное, ветер был непопутный. Ягынки чуляй алвершсіз үйді. По Владимиру Сутееву. Я кетчә инде бізім, демәлі, 5-ші тапшырығымызды. 5-ші тапшырықтада дейлгі составте вопросы к тексту, используя вопросительные слова. Бұрда, демәлі, біз суаллар мәтіне бақарық, суаллар язмалыйық. Куда мы хотели идти без пальто? Хара пер пальтосыз кетмей істейін, әрбәр гәзім дейі. Бұрда какая язылыр? Хансы. Язып елер ки, хансы хава еді. Что? Нә етмиштім мән? Каво? Кімі? Мәселен, мән, мәсел, баржан үстінде отырғызым дейі. Бұ шәкелді гәлін енді язық. Бірінде, демәлі, суал язылыпты бұрда. Мән дәймәдім, елә цәне қалыр. İkinci sual, какая была погода, necə hava, necə idi, что я сделал, мен не иттим, кого я посадил на баржу, баржа, кімі отырғыздым, deyə, bax, bu üç sualı, deməli, yaza bilərsiniz. Так, ondan sonra, burada altıncı tapşırığımız var, на одну баржу я посадил пластмассовый утенка, deyir ki, баржаның birinə мен пластик ördək баласını отырғыздым. Və deyir ki, hansı sual, deməli, dört, burada, ne deməli, Suallar var, 5 sualı var, deyir, hansı düzgün gəlmir. Əlbəttə ki, почему я посадил утенка на баржу, нəyə görə mən oturğuzdum ördəyi, deyə soruşur. Amma qalanları düzgün gəlir, что я сделал с утенком, не нədim, əlbəttə ki, баржая oturğuzdum. Куда я посадил утенка, баржан üstünə, кто посадил утенка на баржу, kim oturğuzdu, deməli, ördəyi баржая, мən. Какого утенка я посадил на баржу, hansı? Ördəyə oturğuzdum, plasmas deyə, bax bu şəkildə. Və burada belə bir qayda var, uşaqlar. Обратите внимание, буквы твёрды и мягкий знак не обозначают звука. Bilirsiniz ki, rus dilində iki hərif var ki, onlar səs vermir. Hərif kimi var, amma səs kimi yoxdur. Твёрды və мягкий знак. Буква мягкий знак обозначает мягкость согласных. Кроме «ж», «ш», «ц» на конце слова или в середине слова между двумя согласными. Соль, пальто. Шоқлар, мягкий знак, демәлі, нә үшінді? Әлбәттә ки, саметі, юмшалтмақ, индетмә үшінді. Мәселен, ния кроме «ж», «ж»? Чүнкі «ж», «ш», «ц» олар хәмешә, демәлі, қалын олыр. Вә бұрда 7-ci тапшырықта дейір ки, хансы Әріфлер бұрда итибді. Әлбәтті ки, хамсында да мәхгіз нақ. Январь, февраль, мальчик, день, дождь, медведь, морковь, апельсин. Январь, февраль, оғлан, гүн, дождь, яғыш, медведь, айы, морковь, көк, апельсинді, апельсинді. Вә 8-ci тапшырықта да язып кластыр верілікті. Язып ки, мәхгі на конце слова. Мәхгіз нақ на конце. Демәлі, мәхгіз нақ, демәлі, сөзін Ахырында олан, сонында олан сөздәрді хансы? Июль, июнь, мәселен, лошадь, конь, сентябрь, осень, лош, речь. Речь ниткті, мәсел, лош, яланды, осень, пайызды, сентябрь, конь атты, лошадь атты, мәселен, июнь, июль. Вә бұрда да мәхкі знак в середине слова между двумя согласы. Мәхкі знак, демәлі, ики самет арасында. Мәсел, альбом, письмо, мәктуб, пальчик, бармақ, кольцо. Демәлі, холодильник, сонра тюльпан, замбақ демәкді, еді лалі, пальтоды, мальчикді, бақ, бұ шәкілді, демәлі, яза білерсіңіз. Бұ нұмынады, сізді өзіңізді бұ сөздері яза білерсіңіз. Сау олың ұшақлар, görüşәрік.